Ата Адонай Элейну Мелеха Алам, Ашер Барба, но Миколя Амим, Венатан Лану Эт Торато. Баруха Та Адонай, но Тен Атора. Благословен Ты, Господь Бог, наш Владыка Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И что такое вообще комментарий Торы и для чего он? Может быть, кто-то не знает, хотел бы просто обновить в памяти, что недельная глава Торы или то, что сейчас происходит, это отрывок из Пятикнижия, из первых пяти книг Библии или Торы, читаемый в общине каждую субботу, в шаббат. Это такая традиция из покон веков, сложившаяся в еврейской культуре. Сказать о том, что, как бы, что такое Тора, и в двух словах. Тора — это первые пять книг Библии, всем нам известные, да, и они также являются теми же книгами, которые есть священные писания, те же священные писания у еврейского народа. То есть они идентичны. Ветхий Завет равен еврейскому Танаху. Вот. Для того, чтобы немножечко так освежить в памяти, что же это за книги и для чего они. И в этой, на этой неделе у нас глава такая, она называется «Матат Масей», такие слова на иврите. И в этих главах что происходит? Это у нас числа с 30 главы по 36 главу, это четвертая книга по счету сначала. И она, это завершение этой книги. На этой неделе мы читаем конец этой книги. И что же там происходит? В начале главы Моше объясняет, Моше — это Моисей, он объясняет законы обетов и клятв, которые применяются к женщинам. Потом начинается война против медианитян. Моше после этого порицает командиров за то, что они оставили в живых женщин, главных виновниц аморального поведения сынов Израиля. После подсчета и распределения военных трофеев после этой войны начальники из сотен, начальники военных формирований как бы сообщают Моше о полном отсутствии потерь среди ополченцев. То есть Израиль сходил на войну, и ни одного человека не погибло на этой войне. Они вернулись с большими трофеями, с большими как бы наградами. В благодарность Богу за это, во искупление своих душ, они приносят в шатер откровения золотые изделия. Колено Гада и Рувена просят разрешения остаться за Иордане, то есть два из 12 колен хотят остаться вне израильской земли, и после некоторых переговоров Моше разрешает им это сделать. В этой главе также перечисляются 42 пункта, которые были на пути из Египта в землю обетованную, то есть такой итог подсчета из ну, этих остановок всех. Они очень тоже интересны, если почитать. И кроме того, определяются границы земли обетованной. В этой главе Бог говорит и назначает, где будут границы этой земли, и назначает, что нужно сделать города-убежища в этой земле. Если можно, то там я карту скидывал Артуру. Можно включить, пожалуйста. Вот. И упоминавшиеся ранее дочери Славхада выходят замуж за людей из их же колена. Это тоже было такой в этой главе разговор о том, чтобы жениться и выходить замуж за людей, которые находятся в твоем колене. В этой главе много моментов, о которых можно рассуждать, говорить, и они очень интересные, о тех, которых я только что рассказал. Но
Что есть самым главным в этой главе, это то, что израильский народ, он подходит к земле обетованной и начинается теперь вход в обетованную землю. То есть то был раньше исход, а сейчас начинается вход, и это как бы вот очень интересно, потому что странствия закончены. И вот эта вот карта, здесь ее так, ну, понятно, да, что вот это вот, это берег Израиля, и там, где желтая линия справа, и внизу, вот это вот были земли хананейские, в которые Бог сказал и израильтянам войти, евреям, и прогнать оттуда от себя хананеев. То есть вот это примерная такая вот, ну не примерно, это по Библии, по тому слову, как Бог сказал, земля обетованная. Но интересно то, что когда Бог обещал Аврааму землю, то там границы они больше. То есть там от Нила до Евфрата вся земля. А здесь Бог говорит, как бы, где евреям нужно поселиться и начать как бы обосновываться. Вот. Земли, израильские земли, вот, которые здесь, они находятся на часть Южного Ливана, западная часть Иордании, часть Сирии, Иудея и Самария. Это то, за которые сейчас там идут как бы такие, ну, сражения. И также сектор Газа. Также в этой главе земля распределяется, вот эта земля, она распределяется между 12 коленами. И это делает священник Елизар с его помощниками. И Бог говорит, да, что в числах 33:50-56 Господь Моисею сказал на равнинах Моавитских, говоря: «Объявися нам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите, и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее». «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших, иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». И хотел вам рассказать, что же это был за народ, который там жил. Это хананеи. Там среди них было несколько народов, но хананеи — это какой-то такой собирательный образ, собирательное название тех земель, в которых, на которые шли, которые Бог дал израильтянам. Если можно, карту, пожалуйста, еще раз. Пусть, спасибо. Древний Ханаан, этот, он был заселен различными народами, и он был расположен на территории древней Месопотамии и древнего Египта. Жители Ханаана первыми в древнем мире научились добывать из моллюсков пурпур, и выходцы из этой земли – финикийцы. Они основали множество колоний, а также известный Карфаген. Ханаан является родиной алфавита, между, как бы так, и лег, он, этот алфавит лег в основу греческого и латинской системы письма. Основным занятием жителей побережья была торговля. Там был у них очень такой влиятельный в Средиземье порт Угарит, назывался он Угарит. Он был одним из важнейших, богатейших торговых центров Восточного Средиземноморья. И положение страны на пути между Египтом и Азией, вот это вот, где находится Израиль, оно, это положение, была, там была активная торговля, и вот это положение делало хананеев открытыми для самых разнообразных культурных влияний. То есть это очень такое место, ну, непростое. И в городах возводились дворцы, храмы, они были там, города эти очень укрепленные. И мы видим и понимаем, что эта земля и этот народ, они были развитые достаточно, они были умными, и их города были укрепленными. То есть это не были какие-то просто
племена аборигенов, которые прыгали вокруг костра. И у них были также свои боги, ханаанские боги. Это был Ваал, это была Астарта. И Ваал был богом плодородия, и Астарта — богиня любви. И ханаанские божества были жестокие и кровожадные. Они находили удовольствие в бесконечных схватках друг с другом и в беспорядочных совокуплениях. Там приносились также жертвы младенцев и людей этим богам ханаанским. То есть они вообще они вели такой аморальный образ жизни. И поэтому как бы мы понимаем, что Бог говорит, чтобы этот народ от себя прогнать. Вот. И становится понятно, да, что у них были идолы, и это была основная причина, почему Бог говорит: прогоните от себя эти народы, потому что если вы не прогоните, то они будут для вас как вот колючки, которые будут вам постоянно мешать жить. И если вы их не сделаете, то я вас делаю вам то, что сделал, вы должны сделать им. То есть прогоню вас. В итоге мы все знаем, что Израиль был все-таки рассеян по планете. Но чудо в том, что в 1948 году страна была снова образована, и евреи могли вернуться в свои земли. И ни для кого не секрет, что у Израиля после их восстановления и до сих пор есть враги, которые хотят их подавить, и как бы эта история, она продолжается. И продолжается она, и исполняется пророчество, которое записано в Иезекииле в 11 главе, с 16 по 20 стих. Написано так. «На это скажи, так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». То есть Бог в итоге рассеивает Израиль, и вот что он говорит. «Я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». То есть это уже говорится как бы на будущее, то есть то, что уже происходит сейчас. «Дам им сердце единое, евреям, да, израильтянам, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Сегодня мы можем быть свидетелями уникального вот этого удивительного события, как Бог провел еврейский народ через рассеяние, через изгнание по всей планете. И также, как Он обещал, сейчас евреи собираются обратно, и это уже произошло в 1948 году. И вот в Иеремии 16 главе, 14-15 стих, тоже говорится: «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда они будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но будут говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Вот. Так что Божий план, он в действии, он работает, он исполняется, и на примере израильского народа мы можем это все увидеть, и это еще одно подтверждение того, что Священное Писание истины, и мы на правильном месте. Слава Богу, шаббат шалом. Спасибо.